Hello, guys. Speak, please. Move it, move it. Никто не хочет с ним разговаривать, пошел нахуй. Ха! Уёбок, блядь. Smoke. What the fuck? Drawing flashbang. Ребята, тактика. Ясно. Тактика провалилась. Придется нам забыть. Ладно. Может не забыть. Ой, хорош. Ладно. Просто буду ждать. Разбейте решетку. Вылезьте ко мне, суки. Зевс работает, как вы видите. Продолжаем уничтожать Зевс. Come on, chop. Едем дальше. Уничтожать твари. Throwing smoke. One on mid. Это будет скорее всего Б, я думаю. Да, есть бы. Ребята. Ты художник, а художник не должен быть бедным. Спасибо тебе, братан, я потом прочту. Второй скилл Зевса. Нахуй. Секунду, я зачекаю, что там мне подогнали, ребят. Так. Где? Алина подогнала мне 100 рублей. А художник... Ты художник, а художник должен быть бедным. Большое тебе спасибо, Алина. Так. Take smoke. Я постараюсь выздороветь. Поехали. Мы раунд просрали. Но я беру опять Зевса. И вновь я буду убивать. Сейчас они уже знают, что я буду стоять там. Так что у нас новая тактика, друзья. Я вам сейчас покажу местечко, которое не будет ожидать террорюги. Сейчас они получат. Ребята. Two mid. Don't rush. Я без килограмм. Ребята, внимание. Ребята. Это Б сейчас будет. Нет? Куда-то съебались они. Я пошел через яму. Может быть, кого-нибудь убью. Едем. Ой-ой-ой. У нас еще есть шанс раунд утащить. Ребят. Все. Тактика. Она-то никого у нас. Что за нахуй? А, на шарте, блядь. Лол. Хорошо. Stick together, guys, please. Shut the fuck up, please. No. Mood.
Где этот уебок? Как? Просто как? Ну это мой косяк, ребят. Я не знаю почему, но не получилось. Сейчас, секундочку, надо забанить уебка какого-то. Готово. Да, сорян, чуваки, сорян. Промазал. Не знаю, как так получилось. Буду играть как самый настоящий пацан на голднове. Ступид Дим пишет. Так, я понял. Ребят. Ребята. Вот так вот это делается, ребят. Третий килл Зевса. Вы считайте. Ну, потому что на этот вопрос я уже миллион раз отвечал. Я пропиарю тогда, когда у меня появится возможность это сделать в тему. Вот и все. Это Б, ребят. Мне придется с Зевсом подождать, потому что это Б. Нет? Да? Да. Ребята. Поехали. Ну, как мог. Deploying flashbang. Throwing fire. Ну да. Да это изи, блядь. Я не знаю, на голд ноу вообще хоть кто-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь вообще умирал. Ну, в смысле, это же жесть просто. Так. Какую пушку возьмем? Давайте так же поедем. Go. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. Тут есть. Жертва тут. Давай. Давай, попробуй чекни. И? А я в него попал. Сука, 15 хп оставил, пидорасу. Надо было двинуться вперед чуть-чуть. Сабдеи. Пока сабдеев нету, потому что... Я просто пока еще особо не придрочился ко всему этому твичевскому. Но, наверное, когда-нибудь это будет. Эйс, ну да, эйс будет, ребята, эйс, я уверен в этом. За теров, скорее всего, будет легче, потому что там все-таки тебя будут искать, если ты там останешься один, а не ты будешь искать. Ну все, лаз в доме. Вау. Господи. Как же сопли меня заколебали, ребят. Ну чё, будем дальше пытаться убивать Зевса? Поехали. Сейчас я тактику поменяю, ребят, чтобы они вообще были ошеломлены. Я забегу в яму с флешками. Вот забава-то будет, ребят. Поехали.
А в яме никого. А в яме никого. Может, кстати, быть в палосе, но я не пойду туда. Я пойду просто в спину обойду. Я видел, я вижу. Как я промазал? Боже, что это было, нахуй? Охуеть. Да, вот на Голднове такое возможно, собственно. Жалко только, что у меня не получилось Зевса убить. Сори. Да. Сори, пацаны, я не ожидал сам. Я думал, что я убью. Убить Зевса его, что ли, за эту хуйню, блядь? Есть под Б. Ребят, сейчас буду... А, там... Наверное, не пойдут, испугаются сейчас. В андеграунде они. Эх. Давай, Кирита. Удачи тебе там, интернациональном, Он уже начался, что ли? Интернешнл уже начался, божечки мои. Да, будем пробовать, ребята, будем пробовать. Значит, хорош, пацан затащил, блядь. Идиоты ебаны. За это я люблю Голдноу. Просто обожаю. Вот, это, как его, насчет этого. Пошел врываться. Насчет чего, блядь? Насчет Джека Воробья косплея. Я напишу в паблике. И у вас будет возможность... Ой, там в яме есть. Воу. Воу. Ну, так тоже неплохо. Чё-то я не могу попасть в Зевса в последнее время. Жесть. Здравствуй, моя маленькая девочка. Привет, собака моя любимая. Привет. Привет. Но я пока, девочка, занят. А теперь, ребята, просто супер тактика. Я падаю вниз. Да, ребят, не знаю, ну, не попадает он. Я вроде в чувака стреляю, но как-то мимо. Сейчас я упаду в андеграунд, и пизда там кому-то будет, кто выбежит. Просто смотрите. Тут никого. Обходим. Это что такое?
Давайте убьем. Наверное, так надо было. Сейчас внимание. Ой, как там много ебланов. Собака уже ушла, ребят. Сорянчики. Так. Дымок. А, так вот. На миде. А я иду искать, кого бы Зевсом уебать. Найду скотину, ёбну по башке. Дальше не придумал ничего я. Ребята, куда они идут? Ага, вижу. О, блядь. Меня спалили, ребят. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты что, опять пришла, что ли? Ты опять пришла? Подожди, Белла. Ну, вот начался раунд, ты не вовремя. Если бы пришла, когда раунд кончился бы, я бы тебя и людям показал. Ну подожди ты, подожди. Сейчас. Сама пришла, да? В доме есть? На Тетрисе есть? В доме есть? Ребята, я жду. Там же в доме был. Ясно. Белла, иди сюда, моя маленькая девочка. Иди сюда ко мне. Иди сюда. Ну иди сюда. Иди сюда, моя маленькая. Ну чё ты? Соскучилась, да? Соскучилась, моя маленькая? Ну всё. Ну всё. Ну всё. Я скоро приду. Будем нежиться. Давай, иди. Иди отдыхай. Иди отдыхай, моя лапонька. Все, ребят, я побежал падать вниз. О, это все Б. Ну или не все. Сейчас будет смешно. Ну, сорян. Нет, дотки не будет. Это точно. Ну, я пил раньше цитрамон, мне вроде помогало от головы. Потом перестало помогать, я начал покупать миг. Вот. Тоже сначала помогало хорошо, сейчас не помогает вообще. Так что... Такие пирожки. Стрим, я думаю, это последняя катка на сегодня, потому что
Я уже не вывожу, мне что-то реально опять снова плохо становится, блядь. Постепенно разжиживает меня. Поэтому я думаю, что недолго нам осталось. Вот. Смазмолгон, ну, тоже говорят, да? Да иди нахуй, боже. Он не помешал. Он мне просто помешал. А, там еще один. Я думал, всех убили. Ну, конечно, просто помешал. Left. Пит. Ну да, лучше на этой побегаю. Нет, лучше на этой, там патронов больше. Все, ребята, я знаю, куда я сейчас. О, я сейчас вам что покажу-то. В яме есть. Я обойду. А я сейчас обойду. Ла-л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 а
бежит. На-на-на-на. Ой, блядь. Кто знал-то, что он обратно пойдет? Он не... Одной пулей, блядь, это что такое? Не, ну верки губ. Ну тогда я вану. Вес, бабу я коммуникацию не маму, только я айон гадаю. Да вы нубы! С глоком побегу. Зевс вообще гандон, блядь. Ну, я имею в виду пушка сама, а не кто-то там. Сейчас будем встречать атаку, ребята. Ребята? Ребята? Поднялся? Что-то я даже испугался. Блять. Я думал, он забежит, а он не забежал. Неплохо. Left. Инвалиды вообще жесткие играют. Ну я ж показывал, вон ранг. Ребят. Я на другом же аккаунте сейчас, вы чё? Вы чё, блядь? Вы чё нахуй? Голуби. Так. Все. Пойдем убивать. We will drag them from our...
Ой. Go B. Ага, в пленте. Слышите, да? Слышите? Один уже мертвый. Пленте снова. Ну где ты, блядь, уебок? Он обходить меня, наверное, пошел. А я бегу с прицелом. Я не могу залезть. Вот это встреча! Он мне сказал нуб. Заебись. Ладно, я пошел, короче, раз. У них уже АВП, блядь. Кто-то меня нубом назвал. Ща. Ща! Где этот кусок, блядь, говна нахуй? Ты назвал меня нубом или ты? Ты. Блядь. Ха! Это что нахуй? Вот так вот. What the fuck are you doing? Изи, изи. Да, постоял, доказал, что ну все правильно. Я не вижу смысла снимать, как я делаю там работу и так далее, потому что это не интересно, гайз. Гол нахуй. Нахуй говорю. Ого, чё? Флешбэк! Давай теперь. Он же тут был. What the fuck? I am planting the bomb. One jungle. Один шорт, блядь. One mid. Господа офицеры. Да что это, блядь? Что это? Как я промазал, блядь, боже. Не могу понять.
Бля, я забыл купить Зевс. Придется с ножика зарубить. Это что такое, мумбот написал? А, все нормально. Ой. Сатан? Серьезно? Ну я сейчас обосрусь же, блядь. Ну что, минус 5 делаем? Блять, не дали. Комары ебучие. Забей. Не, его убить не смогут сейчас, смотрите. Как я этого пидора не заметил, боже мой, блядь. Джангл. Behind. Бери раунд, братан, бери раунд. Я хочу еще раунд сыграть. Это XPM, XPS Team, это nice просто. Это забей. Это что это... Хорош! Хорош. Я болел за контртеррориста. Ну и уебаный, блядь, играют на этом ранге, конечно. У вас на Б. Я иду его убивать. Все, ГГ. Все, все, находите. Ну и все, ребята. Все, ребята, все. На сегодня все. Я большое-большое-большое спасибо. Я пока не отключаюсь. Вы можете побыть со мной. Я скажу последнюю, заключительную речь. Большое спасибо сегодня за донаты. Было очень приятно. Мне сегодня Булат дважды подогнал по сотке. Большое тебе спасибо, Булат. То есть, братан, ну ты молодец. Ведро сегодня 200 рублей подогнал. Большое спасибо. Серега, ёпт. Сатен и Алина. Алина сотку подогнала. Ну это прям вообще... Это прям вау. Вот. Всем большое спасибо. Спасибо тем, кто меня просто смотрит. Я надеюсь, вы
будете подписываться платно. Я все-таки придумаю, наверное, этот косплей с Джеком Воробьем. Может, получится, может быть, нет. Так мало, потому что я просто себя не очень чувствую. Я болею все-таки, поэтому хоть как-то, хоть как-то. Вот. Ну и все, наверное, на сегодня. Больше я ничего такого особого интересного говорить не стану. Вот. Будем ждать, наверное, косплей на Джека Воробья, если он получится. Там решим, какая сумма и все такое, если это вообще нужно будет. Вот. В принципе, все бабки уйдут, на, наверное, на собирание одежды. Вот. А платная подписка, еще раз повторюсь, те, кто думает, там, подписываться, не подписываться, нужна для того, чтобы было больше смайлов своих и так далее. Вот. Ну и все, я надеюсь, вам нравится наша атмосфера, поэтому почему бы нет? Все, всем пока, будьте нормальными, будьте здоровыми. Увидимся.